Кандидат президента Республики Беларусь Светлана Тихановская. Давай разрушим эту тюрьму, если этих стен стоять не дам. Так пусть они друг другу обещавшие давно. И если ты накажешь плечом, и если мы накали вдвоем, то стены Тихановская, хочу стать президентом Республики Беларусь ради перемен, ради новых, честных, открытых выборов после 9 августа этого года. Света, Света, Света! В нашей семье всегда было один за всех и все за одного, я решила встать на место мужа и продолжить дело, которое для него было так важно. Мы объединили наши усилия только чтобы победить. Но этого мало, ребята. Чтобы победить, нам нужны вы все. Абсолютно все люди нашей любимой страны. Я не хочу просто называть фамилии, пока один известный участвует и одна известная считают, то у нас честных выборов быть не может. Но даже в том случае, да, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса. Мне 38 лет, и большую часть своей жизни я занималась музыкой и культурой. Но последние два месяца моя жизнь изменилась кардинальным образом. Я приняла решение поддерживать Виктора Бабарика в этом сложном пути. Я ни на секунду не пожалела. И это все благодаря вам. Мы каждую секунду чувствуем вашу поддержку. Большое вам спасибо за это. Не бойтесь. Нас большинство. А вместе не страшно. Друзья! Приходите на участок 9 августа. Голосуйте за Светлану Тихановскую. Защищайте свой голос, и вместе мы победим! Добрый вечер, дорогие друзья. Девочки, мы могли предполагать, что сегодня на площади Бангалор, в парке Дружбы народов, соберется такая огромная толпа. Спасибо, спасибо, дорогие наши, что вы пришли нас поддержать. Для нас это крайне важно. Спасибо, мы гордимся тем, что мы белорусы. Мы гордимся, что мы часть такого великого народа. Посмотрите, вот сейчас у меня на руке белый такой браслет, да? Его можно сделать из абсолютно простых, доступных, подручных средств. Это может быть кусок белой ткани, это может быть кусок бинта, это может быть просто бумага, как у меня. Такой браслет вы сделаете самостоятельно за 2 минуты. Белый цвет означает чистота, изменения. Все те, кто против действующей власти, мы призываем прийти на выборы, и чтобы у вас на руке был вот такой белый браслет. Таким образом мы будем видеть, что нас большинство! Кто пойдет 9-го и отдаст свой голос за объединенного, единственного кандидата Светлану Тихановскую? Света, Света!
разрешайте мне еще сделать Мои родные люди, вам всем огромное спасибо. Как говорится, лучше один раз все это увидеть, чем сто раз услышать и даже там онлайн посмотреть еще что-то. То есть, ну, вот это все объединяет очень сильно, вот, и моральная вот вся поддержка. То есть, ну, появляется надежда на перемены на самом деле. Считаю, нельзя сидеть на диванах и думать, что ничего не будет. Все начинается с нас, все начинается с каждого человека. И так, от себя это призыв к IT-отрасли. Сам я являюсь айтишником и хочу сказать всем, что, конечно, на вас это может не влиять, эта ситуация в стране, потому что, ну, из знакомых, они как будто бы этого ничего не видят, потому что мы знаем, что IT — это такой островок благополучия в нашей стране. Но, ребята, есть не только вы, есть ваши родственники, ваши друзья, люди, которые живут в ваших домах рядом с вами по соседству, и нужно смотреть и на них, нужно им сопереживать, и кто как не мы можем все изменить, потому что мы не так подвержены этим госстрашилкам, госугрозам. Каждый из нас может найти работу за рубежом, если уж так пойдет. И я считаю, что именно мы способны побудить остальных. И все начинается тоже должно быть с нас.